На главу Усть-Майского района Якутии возбудили второе уголовное дело. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и изготовлении подложных официальных документов. Следственный комитет России по республике возбудил уголовное дело также в отношении депутата органа местного самоуправления Усть-Майского района. Согласно условиям заключенного контракта, подрядчик обязался произвести работы на 4 автозимниках на сумму 2 739 тысяч рублей. Предпринимателям вышеуказанные работы не выполнены, однако денежные средства получены в полном объеме. Подозреваемый помещен в СИЗО до 22 марта. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, что Юрий Боярский задержан 23 января 2018 года. В постановлении о возбуждении уголовного дела пишется, что очевидцы указали на него как на лицо, совершившее преступление. В тот же день ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Возбуждено уголовное дело в отношении главы Усть-Майского района, а также в отношении депутата органов местного самоуправления Усть-Майского района. По данным следствия, в 2016 году между администрацией Усть-Майский УС район и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на обустройство автозимника в Усть-Майском районе Якутии на сумму 2 738 900 рублей. Индивидуальным предпринимателям вышеуказанные работы не выполнены, однако денежные средства получены в полном объеме. Уголовное дело соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным ранее в отношении главы района, по факту получения им взятки в особо крупном размере.